Посвящается она исторической дате. 6 лет тому назад футбольная команда «Шахтер Караганда» стала первым казахстанским клубом, который произвел фурор в Европе, попав в первый групповой турнир Европы. Стихотворение называется «Первопроходец казахского футбола». Мы помним год 2013-й. «Шахтер» – двукратный чемпион страны. И вот настал час испытаний. И наши парни в оранжевых футболках, по-молодецки поддержав престиж промышленной столицы и имидж космической гавани Земли, вы, словно кузнецы турнирного счастья на зеленом поле, поймав свой алгоритм игры и взяв пример с атлета десятиборца Дмитрия Карпова и капитана сборной по боксу Серика Сапиева, с честью прошли 3 раунда плей-офф, по праву став героями казахского футбола и первыми открыли дверь в групповой турнир Европы. И стало ясно всей земле, что в Казахстане есть теперь достойный клуб «Шахтер Караганда». «Шахтер» – как много силы духа и рабочей гордости в этом слове. В нем отражен, как в зазеркалье, тяжелый, благородный труд шахтера, металлурга Чабана. Величественный, неповторимый облик первого президента Эльбасы Нурсултана Назарбаева, вручающего Кубок Казахстана капитану Андрею Филонченко. И всенародная любовь к команде, победившей Селтик и Батэ. Спасибо за внимание.